Эй, Дикон! Ну, пару месяцев назад мы были неподалеку. Сэр Джон, удачи тебе. Похоже, все готово. Ага. Рики все к рулю подвела. Доедем до главного входа, спрыгнем. И прощай, ополчение. Слушай, а ты точно не передумал? Ехать далековато будет с одной-то рукой. Говняк. Бухарь, мы оба знаем, что это может быть путь в один конец. Ага. Не придется обратно тащиться. Да, Дик, я в деле. А, да. Чуть не забыл. Только два байкера могли ввязаться в такую херню. Только мы. Ага. Ну что, мы едем или как? Все, погнали. А Рики собралась таки. Как дела, Дик? Крутой жилет тебе идет. Рики, Эдди. Спасибо, но нам с Бухарем надо еще кое-что сделать. А тебе говорят. Твои слова запали многим людям в душу. Говорю же, один ты не справишься. Это безумие. Не за тебя стараются, а за него. За Железного Майка! Железный Майк! Железный Майк! Железный Майк! Ладно, слушайте, план простой. Мы с Бухарем едем к северным воротам и взрываем их нахер. А когда все побегут в сторону южных, вам надо просто следовать за Рики. Да? Все готовы? А вы двое готовы? Короче, я сообщу тебе, как проедем мост. До тех пор не выступайте. Ага. Ну все! Погнали! За Железного Майка. Ugh.
Рэйчел. Ты должен был прыгнуть. Бухарь. Как же так, Бухарь? Как же так? Я убью вас. Всех до последнего! Давай! Сара! Надо найти Сару! Бронированный! О, черт! О, меня не остановишь! Давай, сучара! Ковчег. Мне нужно в ковчег. Что тут у нас? Заперто. Завалено! Иди к верхней пещере! Пошел! Ну! Бегом наверх и ставь заряды! Да иди уже, мать твою! Ты понял? Иди! Шиза! Говнюк Шиза! Я иду, Шиза! А значит, по-хорошему вы не хотите! Вершина. Я должен попасть на вершину. Надо как-то мимо пробраться. Огнемет. Это попадос.
знают, что ты здесь! Бегай, бегай! Снайпер. Наверное, там. Выше. Надо его убрать. Надо его убрать. Дышите глубже. Снайпер. Наверное, там, на вышке. Надо его убрать. Надо его убрать. А? Мне надо их обойти. Думаешь, ты крутой? Вперед! Мы его сделаем! Уже почти. Давай, давай! Вперед!
Да. Рикки, ты меня слышишь? Дик, мы их разбили. Мы их разбили. Дик, Дик! Добрался. Наконец-то. Держи, Сара. Снайпер, черт! Давай скорее уже. Иди ты, тебе охота на воздух взлететь. Ты что, не слышишь? Быстрее! Вот, все готово. Отлично, сколько там? Хватит. Все, к полковнику, идем. Капитан Саркози, разрешите доложить, мы... Сколько зарядов установили? Капитан, мы не успели заложить все. Я тебя спрашиваю, сколько? Три, сэр. Ладно, ладно. Я спущусь вниз, заберу Уивера детонатор. Охраняйте вход в пещеру, поняли? Чтоб никто сюда не прошел. Да, сэр, я понял, сэр. Никого не пускать. И не вызывайте меня по этому каналу. Может, его прослушивают. Шиза. Ах ты, скотина. Три заряда. Надо их найти. Вот заряд. Надо обезвредить. Есть. Так, черт. А где остальные? Я иду, Шиза. Жди меня. Так, второй заряд. Давай уже, сволочь.
вроде бы все. Еще один. Надо найти последний. Я рядом, Шиза. Я уже рядом. Сегодня ты ни хрена не взорвешь, Шиза. Не сегодня. Где ты спрятался? А? Все равно не уйдешь. Ну, лейтенант, где этот сраный детонатор? Пошел ты, чтобы меня тут завалило! Уивер, ты сам знаешь, что у нас есть приказ, его надо выполнять. Говори, где! Уивер, где этот чертов детонатор? Отдай его мне! Че ты о чем вообще? Не заставляй тебя убивать! Убьешь меня, ни хрена не получишь! Шиза, лучше Уивер! Отпусти его! Иди! Черт! Эй, эй! Все есть. Уивер, уходи отсюда!
Быстрее давай! Мои люди возле северных ворот! Уходи! Какой же ты упертый сукин сын, Сенчо! Я слышал, я что ранен. Ты сделал. Как ты их убил? Всех тех упокоителей. О да, ты утопил их, как кучку сраных крыс. Ты оказал мне эту услугу. Но Майк бы с тобой не согласился, верно? Просто чтоб ты знал. Я не хотел его убивать. Правда. Я правда не хотел, Дик. Но он не оставил мне выбора. Я пытался до него достучаться, но он не хотел слушать. Ни в каком... Уивер, уходи отсюда! Быстрее давай! Мои люди возле северных ворот! Уходи! Какой же ты упертый сукин сын, Сенчо! Я слышал, что ты сделал. Как ты их убил? Всех тех упокоителей. О да, ты утопил их, как кучку сраных крыс. Ты оказал миру услугу. Но Майк бы с тобой не согласился. Верно? Я правда не хотел, но, Дик. Я готов. Но он не оставил мне выбора. Я пытался до него достучаться, но он не хотел слушать. Ни в какую! Ты, наверное, сгораешь от злости, да? Аж сюда приехал со мной. Ты вернулся за ней? Да? Так ведь? А, да, ты же вернулся за своей девчонкой. Но у меня для тебя плохая новость. Когда Коури тебя освободил, полковнику это очень не понравилось. Очень. Он расколол ее как яйцо. Как яйцо, мать его! Шиза! Все! Хватит бегать! Козёл! Я ж тебя голыми руками утомлю! Ты понял? Ах, козёл! Я ж тебя голыми руками утомлю! Ты понял? Ах, козёл! Я ж тебя голыми руками утомлю! Нет! Ты понял? Нет!
чтоб тебя! Сдохни, тварь! Ты знаешь что? Раньше я бы, пожалуй, вытащил бы тебя в водище. Ну, типа фриком на корм. Но не, ты не бойся. Я так не сделаю. Знаешь почему? Они, конечно, тебя разорвут. Но как-то без удовольствия. Ковчега! Но это все там. Внутри мы в безопасности. Здесь нам ничто не грозит. Вы слышите? Это убежище нам уготовил Господь. Это святая земля. Здесь мы в полной безопасности. Здесь мы в полной безопасности. Я не знаю, когда и почему, но я видел нечто, может, месяц назад, ощутил нечто, чего не ощущал уже давно, и я знаю, что многие из вас разделили это чувство. Я думаю, что мы... Дикон? Будь добр, пистолет. Сядь. Отпустите их. Все кончено, ополчения больше нет. Не желаешь ли чаю? Очень вкусный. Сара, налей нашему гостю чашечку. Ковчег был последней надеждой. Ты, конечно, понимаешь. После очищения мира один лишь ковчег мог позволить нам все восстановить. Он хранит все, что для нас важно. Разве что так и не нашли, кто бы играл на пианино. Но теперь не важно. Когда все кончится, некому будет слушать музыку. Ты все разрушил. Все, ради чего мы трудились. Нет, полковник, не я. Это вы начали святую войну. И если выбирать между вами и фриками, я бы выбрал фриков. Эти хоть убивают просто ради жратвы, а не как вы, безоружных женщин. Нет! Дайте воды.
помогите! У меня кровь! Помогите! А где Бухарь? Погиб. Сходи, принеси воду, пожалуйста. Да, хорошо. Эй, а вы можете там навес поставить? Эй! Эй, вон там вход в пещеру. Там припасы, медикаменты. Бери людей, иди. Ты и ты со мной. Рики! Эдди! Я помогу. Я врач. Я ранен. Пожалуйста. Все кончено. Те, кто не был убит или задет взрывом, попросту сдались. Принесите воды. Где Бухарь? Быстрее! Рики, мне нужна помощь! Северные ворота! Южные ворота! Бегом! Рики! Я не вижу! Нога! Иду! Помогите мне! Прошу вас! Я ранен! Помогите, прошу! Меня кто-нибудь слышит? Чем тебе тут помочь? Эй! Ты мне-то оставил? Бухарь. Извини, опоздал. Нет. Нет, нет, нет. Я спрыгнул. Какого хрена? Прямо на краю моста. Я видел машину. Не-не-не, взрывная волна. Даже под водой дряхнула. Вон, покатался. Что? Ты что, решил, что я подорвался? Кто бы тогда тебя доставал? Ну, я. Привет! Привет. Сестренка. Это долго рассказывать. Ну? Слыхал, тебя кое-кто ищет. Что? Все уши мне прожужжал. Его не слушай. Это была вообще его идея. Рики, Эдди, кто из вас меня отсюда везет? Тебе обязан. Говорят, ты собираешься тут все восстанавливать? У полковника были хорошие идеи, если откинуть весь бред. От кого-то я это уже слышал. От кого? Коури? Знаешь что, пошел он. Эй. Бросил нас подыхать. Если б не он, мы бы сдохли. Как скажешь. Короче, попробуем еще разок без армейской херни. Эй, ты мою речь пропустишь. Ну и ладно, рыдать не стану. Брат, победили! Ты победил. Слушай, честно говоря, я ведь реально подумал, что ты решил сам подорваться. Ты что, у меня еще здесь дела? Задаем жару. Ага, задам. Джек бы гордился. Ты победил. Мы победили. Иди сюда. Но говорила я, полезно зажечь свечку. Это не хреновая вышла свечка. Ага. Да. Я с нетерпением жду твою речь. Хватит. Ну какая там еще речь? Мэп. Черт. Хватит с меня. А что такое? Почему все притихли? Ну, тебя ждут. Твой выход. Черт, твою же. Я знаю, что у нас очень много дел. Так что... А так. Я не лидер. Уж как хотите, это так. Но...
Сегодня вы сделали такое, то есть мы сделали. Сражались плечом к плечу. И не по приказу каких-то ублюдков. А потому что так было нужно. И что вышло? Победа! Вы боретесь за жизнь, за спасение других людей, чтобы все были живы и сыты. И вы жертвуете всем, что у вас есть, и даже собой, чтобы мир стал лучше. И вот поэтому мы здесь. Поэтому мы живы. Ведь без надежды на лучшую жизнь и на лучшее будущее нет и борьбы. Вот Железный Майк считал, что мы сами можем менять мир своими руками. А? Что мы сделали? А? Что мы будем делать? Видите? Это только первый шаг. Говорил, будет не речь. Да, облажался. Ну, как получилось? Ты знаешь, неплохо. Для вольного байкера. Вольного байкера, значит, а? Ну, покатаемся, красотка. Я даже не знаю, смотря где. Да где сами захотим. But I don't run and
Вот они. Есть. Да, любимая. Рада видеть. Купишь что-нибудь? Эй, Бас. Я заправлю. Ну да, ладно. До встречи, Дик. Эй, Дик, ну как оно? Как оно, Джо? Дик, Дик, Дик. Что ж ты так давно не заглядывал? Блэр, как поживаешь? Отлично. Ага. Пожалуйста. Так-то лучше. Ладно. О, хороший выбор. Ладно. У меня тут всякое есть. Мило. Ясно. Ищешь что-то необычное? Ага, ладно. Ага. Эй, Дик, ты уж будь осторожен. Прилягу ненадолго. Можно снова в бой.
передохну чуток. Нормально. А, Дикон. Эдди сама вырезала. Красиво, да? Спасибо. Майк хранил кусок красного дерева в комнате. Он хотел, когда все уляжется, что-нибудь из него сделать, типа доски для нардов. Чего? Какие еще нарды? Майк что, играл в нарды? Нет. Нет, но в том и смысл, что настанет день, когда такие вещи снова будут важны. Ну... И что тут сказано? На меня не смотри, я не знаю. Это индийская пословица. От матери слышала. В общем, реки не пьют свою воду. Деревья не едят свои плоды. Облака не купаются в своем дожде. Великие всегда стараются во благо других. Что скажете? Ну, от тебя он бы такие слова точно оценил. Да. Да, думаю, если бы Майк был здесь, он бы сказал так. И что эта хрень значит? А? Ведь так? Ага. Нет, ты прав. Он бы сказал, что эта хрень значит. А потом, какого хрена вы тут стоите? Мир сам себя не спасет, мать вашу. За работу. Да? Ты снова прав. И правда ведь работать надо. О, а я рассказывала, как железный Майк впервые увидел нас с Эдди в доме прямо перед камином. Это была умора. Мы были так заняты. Не-не-не, мы там вот просто по полной. Чего? Я не понял. Ну и вот. А тут входит Майк и на нас смотрит. Я не хочу про это знать. Замолчи. Ты посмотри на его рожу. Ничего у меня не рожа. Ах ты, извращенец. Как же вы меня достали. Дик, давно не виделись. Привет, Блэр. Как торговля оружием? Отлично. Ага. Эй, Дик. Ты уж будь осторожен.
Это все. Рада видеть. Блэр, как дела? Как Бухарь говорит, койка зовет. Ну ладно, идем. Что-то нужно, Дик? Извини, я просто гуляю. Что нужно? Свежее мясо. Кто его приносит? Это Дикон. Ты его знаешь. Такой в кожаном жилете. На спине вышит череп бешеного пса.
Хорошо. Найду тебе применение. Это мне нужно. Не сразу узнала. Веришь ли, я был копом. Фермали. Казалось бы, у нас все должно быть хорошо. Мы обучены, но снижение. Прилягу ненадолго. Можно снова в бой. Мне кажется, это было нужно, что ли, чтобы дожить до этого дня. Эй! У нас тут упокоитель! Повернись! Я своя! Эй, стоп, стоп, спокойно! Я ее знаю. Убери пушку, не надо. Ладно, разбирайся. Не мое дело. Ты на этом приехала? Дерьма кусок. Но ездит. Ну, не знаю, надолго ли ты, но Рикки могла бы посмотреть. Я привезла товары на обмен. Ясно. Тогда тебе надо познакомить с Джо Хеслином. Он у нас по этой части. Вон туда сходи. Я не останусь. Ни в каком лагере, ясно? Это уж как знаешь. Пока ты тут, я бы хотел тебя познакомить
Ее зовут Сара. У нее была младшая сестра, и она... Она была очень похожа на тебя. Поэтому вдруг она тебе понравится? У меня была сестра. Она была старше. И такая зануда. Старшее дело такое. Вот мой брат Бухарь, он тоже не подарок, ну, то есть не родной брат. А... Мы вместе были в мотоклубе. И он теперь тут глава безопасности, я тебе его покажу. Нет, я тут не останусь. Да я понял. Говорю же, как знаешь. А какая у тебя пушка? У тебя вообще патронов так не хватает? С патронами нет проблем. Ну, мне вот вечно их не хватало. Дикон, рада видеть. Привет, Блэр. Как торговля оружием? Передохнул чуток. Нормально. Как Бухарь говорит, койка зовет. Сент-Джон, ты слышишь? О, Брайан, почему ты на этом канале? Мы пытались связаться с тобой по нашему каналу. Ну, ту рацию я просрал, когда все понеслось. Она спаслась? Твоя жена? Ага, без твоей помощи. Я рад. Я должен тебе кое-что сказать. Ну так говори. С глазу на глаз. Обойдешься. Это важно. Черт. В Северных Каскадах есть старое кладбище, Пайнер. Я его знаю. Встретимся там, пожалуйста. Порядок. Отбой.
Еще один регистратор. Может, хоть теперь я пойму, чем вы здесь занимались. Да уж, не ожидал я тебя снова увидеть. Что на этот раз? Веришь или нет, я рад тебя видеть. В прошлый раз все прошло негладко. Чего тебе надо, О'Брайен? Хочу предупредить. Интересно, о чем же? Помнишь, я говорил, что зараженные мутируют. Да, да, фрики, они и есть фрики. Дальше что? Штамм вируса, его влияние на нервную и лимфатическую системы человека растет по экспоненте. Они про это знали, конечно. Вышестоящие. И были осторожны. Все скрывали. Они идут. Прости меня. Ты не сможешь остановить их. Никто уже не сможет. Это радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. Я уже говорил о черных вертолетах Нера. Ну, в последнее время их не видно. Но рано радоваться. Нера о себе напомнит. И еще не раз. Отсутствие вертолетов Нера в небе означает лишь одно. Они получили, что хотели, и вернулись к своим сообщникам. Игра переходит в энш. Федералы замышляли это задолго до появления фриков. Теперь они готовы захватить всю землю. И горе всякому, кто встанет на их пути. Но мы уже столько пережили, что теперь точно не сдадимся. Мы бойцы. Мы выдержали 2 года в этом дерьме, в этом фрик-шоу. И как никогда готовы дать отпор. Опять же, Коуп, ты ничего не понимаешь. Но да, да, тут я с тобой согласен. Это не конец.
пришел. Открывайте! Это Дик. Дикон, пустите! Веришь ли, я был копом в Фервале. Казалось бы, у нас все должно быть хорошо. Мы обучены, у нас снаряжение, все такое. Все полетело. Эй, Дикон! Как дела, Бац? Ладно, ладно. Сейчас заправим. Буду здесь, если понадоблюсь. Попали. До встречи, Дик. Есть охрененные товары.